Сегодня знаете, кого не хватает? Найдите мне грамотного, бесшовного электросварщика. Найдите, пусть с высшим образованием, токаря, карусельщика или фрезеровщика 12 разряда. Найдите мне правильного комбайнера, который будет под GPS не продавать кукурузу налево, а думать, сколько он заработает. Нам нужны IT и нам нужны менеджеры реальной экономики. То, чем занимаюсь я не коллекционирую сегодня деньги. Я коллекционирую людей, деньги трачу. Я забираю, вот буквально за трусы, по одесской терминологии, уезжающих в Штаты, в Польшу, в Китай, в Белоруссию, в эти инкубаторы, самых талантливых пацанов.